последнем матче с вами уже говорили, что Роман Хибаба, да, он нападающий. Сейчас опасный момент может быть, удар по воротам. Ну, прямо из самого нижнего угла, из самого левого нижнего угла вытаскивает Петрушенко. Потому что как только это происходит, как только они теряют мяч, это сразу становится очень опасно для их ворот, потому что нацелены сегодня на победу, нацелены сегодня на то, чтобы забить, как можно больше забить футболисты. Два раза сейчас бил по воротам. Кто это? Опять, по-моему, Белов это был Константин. Может быть, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим, кто же это. Не очень хорошо вот с этой нашей комментаторской позиции видно. Нет, это был не Белов, это бил два раза Антон Мамонов. Левый полузащитник, он здесь вот практически всю бровку закрывает. Так вот, к этой игре. Выглядит достаточно неплохо, свежо. Много двигаются, но видно, что... Ну что, Мейков еще один удар. В дальний бил от себя угол, так вот, с подкруткой из-под игрока. 6 из 19 были забиты в промежуток между 31 и 45 минутой первого тайма. Очередная атака, удар! Футболисты Афикса показывают, что был гол. Кстати, в нападении. Ну, он так далеко-то и не побежал. Да? Ну, бить же надо было, мне кажется, удар. Вот как здесь не вспомнить нашего легендарного комментатора Озерова, который... Все это дело произошло. Трибуны кричат свисти. Свисти уже главному арбитру. Ну, свистит-то еще рано. И вот здесь карточка. Желтая. Желтая карточка. Уже в дополнительное время, в самом... Да ты как ты его жрёшь? Ну да. Thank you.
достаточно приличная молодежь, перспективная молодежь, на которую можно делать ставку. И в качестве доказательства можно сказать, что на лидирующих позициях, ну вот уже можно было бы и бить, мне кажется. Ну и что дальше? На вес штрафную, на угол вратарской. 1-1. Вот здесь взрывается стадион. Опять же, возвращаюсь к детям, слышны детские крики в полном своем разноголосии. Кто? Ну что, забивает Миньков Яков. Молодой, вот опять же, да, вот я только начал говорить о том, что достаточно много там. Oh,